Очень большое количество, особенно молодых людей, говорят, ой, работать скучно. Да, конечно, скучно, потому что Инстаграм или какой-то ТикТок они смотрят, например, им там весело все, их там развлекают там и так далее. А когда к работе надо 23 минуты входить в курс дела, понимаете, настраивать мозг на работу. Вот. И, конечно, вот если там еще все это, вот это подяжется остальное, энергия рассеивается, и, конечно, ты не можешь вникнуть, не можешь эту энергию как бы лучом, луч, так сказать, долбануть по задаче. Не получается.